Всем привет, ребят! Доброе времени суток! Сегодня суббота, долгожданные выходные. С этим коронавирусом все посходили с ума. А у нас хороший день. Надо благодарить Бога за то, что есть, что проснулись с утра. Есть дыхание, есть настроение. В связи с этим мы решили попраздновать хорошую погоду на улице и пожарить бургеры. Вот, сейчас покажу. Одна часть уже готовая, практически. Вторая только положил. Короче, ну что будем делать? Ждем дальше. Семьдесят восемь, семьдесят девять, восемьдесят. Пока бургеры жарятся, для здорового образа жизни я решил отжаться 80 раз. Ребят, грудная клетка просто горит огнем. Ух, Бог хранит Америку и всех тех, которые там живут. Здесь, вернее. Поэтому, ребят, не бойтесь, не отчаивайтесь. Жизнь продолжается, хлопцы крутятся, бабосы мутятся, ну все такое, короче. Короче, так, смотрите, так, чем занимается наш видеооператор. То есть, то он меня снимает, то я его снимаю. Ну, короче, вот, это его. А что, не работает? Ха-ха-ха! Надо включить, для того, чтобы работал. Воздуха нет. Знаешь, да? А ты шланг в рот! И начинай бить. Ух ты, молодец. Молодец, у тебя получается, да. Вить, что скажешь? Молодец. Вот такая наша жизнь, ребят. Давайте, короче, смотрите дальше за движением. Пойду проверять свои бургеры. Дай камеру, я буду дальше и, короче, снимать. Будем дальше снимать. Надеюсь, бургеры не сгорят. Сгорели? Смотри, что с них повылазило. Что? Монстры, блин, целые. Ой-ой-ой! Что это было, ребята? Да пускай горит. Вот так будет с грешниками в аду. Те, которые жирные, как я, так гореть будут. Жир и огонь — это просто... Для дьявола? Нет. Ну ты придумал, даешь. Придумал, что придумал? Так и есть, ну. Понимаешь? Ты плохо придумал. Короче, вот такие бургеры жарим. Немножко уже поджарились. Дело в том, что я не люблю, когда они сырые. Поэтому я жарю полностью до конца. Что, дорогие друзья, давайте попробуем эти бургеры. Вот здесь кусочек отломался. Давай пополам. Тебе okay. Вот, короче, вот такой кусочек. Бери. На, держи. Короче, будем пробовать. Ты знаешь, очень вкусно. Весь сок остался. Ребят, это вкус лета. Это не передать. Ну что, ребята, наши бургеры сжарились. Можно набирать, нести в дом, налаживать их на хлеб с овощами. И можно будет принимать пищу. Поэтому следите дальше за движением. Сейчас все заберу и пойдем в дом. Очень вкусного бургера получилось. Слушай дальше, это очень много. Три. Okay. При вас скушаю. Какая вкусняшка. Это говядина, это теленок еще сегодня утром бегал. А сейчас уже у меня в животе. Не могу передать. Просто.
Короче, мы в доме, теперь можно делать бургер. Майонез, колечко майонеза вот так. Дальше ложится котлетка, любая, которую выберешь. Вот так. Дальше ложится лук. Дальше ложится кетчуп, потому что помидоров нема. Ну, как говорится, зима все-таки. Дальше ложится капусточка. Вот. Дальше ложится опять немножко майонеза. Это я делаю так сам. Вот. Почему побольше майонеза? Потому что они немножко сухие. Дальше ложится еще одна котлетка. Дальше ложится еще один лук. И дальше ложится bread bun. Затем берешь вот так все, сжимаешь. И можно принимать пищу с Богом. Все, вот так это выглядит. Могу показать. Более на бумагу всегда. Очень вкусно, ребят. Это просто не передать вкус лета после долгой зимы. У меня просто за ушами трещит. Как это вкусно. Точно трещит, да? Элян. А, да, трещит, трещит, трещит. Хочу всем пожелать, ребят, счастья, здоровья, любви, тепла, успеха, финансового благополучия. Не переживайте, не болейте. Главное, не паникуйте, не скупайте туалетную бумагу. Не скупайте рис, мишки, не скупайте гречку. Это вас не спасет. Максимум неделю-две. А дальше что? Дальше опять. Ну просто это глупая паника. Живите, как жили раньше. Трудитесь, кушайте, работайте, занимайтесь спортом. Как говорится, все, жизнь продолжается, ребят. И главное оставаться на позитиве. Всем счастливого дня. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и ждем следующих роликов. Пока.